Всем привет! Извиняюсь, я запыхавшись вот так. В общем, я не могла не заснять. У меня вся комната в каком-то такой дымке. Ой, короче говоря, у меня день назад перестала стирать стиральная машина, потому что мы ее вынесли в баню и носили белье стирать туда, там ее подключили. Вот, из-за перепадов, наверное, температуры, то, что сейчас ночами у нас морозно уже становится. Там 0 было тут как-то, минус даже 2 было. В общем, я не знаю, но машина или встает на стирке, или просто-напросто порошок не забирает, или наоборот, порошок забрала, но белье не прополоскала. В общем, такие сюрпризы. Вот, поэтому сейчас я живу в режиме, руками стираю мелкое, а большое у меня... Пока купится, я не знаю, что делать. Если покупать новую стиральную машину, мне ее пока подключить некуда, потому что кухню не доделали. В ванной мы уже... Места у нас нет для стиралки. На двор новую машину я не хочу, потому что мы ее опять испортим. Эту-то уже не жалко, она свое отработала. Короче, сейчас у меня сгорел этот пылесос. Ага, будильник мне напоминает. Скоро за детьми в школу идти. В общем, сейчас у меня сгорел пылесос. Из-за этого дымка, вот такая в комнате небольшая, пахнет гарью. В общем, Сергей у меня сегодня уехал с Лерой в Иваново. И до вечера пылесос он меня, конечно, не посмотрит. Но я успела так немножко пропылесосить чуть-чуть. Приду с детьми, наверное, щеткой дойду уже. Ковер. В общем, что следующее, я не знаю. Посмотрим. Жизнь только начинается еще. Я имею в виду сегодняшний день. Так, вроде не понедельник. Но уже сюрпризы есть. Еще раз всем привет. Василис, поздоровайся. Всем привет. Ага. Так, чтобы тебе светло было, не знаем, как снимать. Еще свет включать рано, а так темновато сегодня. Пасмурно немножко на улице. Мы хотим снять небольшой обзор, что нашим малышам задали по окружающему миру. В общем, задание такое. Первое задание – это то, что они раньше еще не доделали. Нужно нарисовать какой-то национальный костюм одного из народностей, проживающих в нашем крае. То есть подразумевается не то, что вот русский народный костюм, да, Васюш? А какого-то другого народа. Кто там может у нас проживать? Что вам говорили? У нас проживают евреи, татары, башкиры, коряки, чукчи. В общем, посмотреть и выбрать этот костюм и что-то похожее нарисовать. Так, потом им задали еще обвести по точкам. Точки это символизируют звездочки. И чтобы получилось созвездие. Как созвездие называется, Вася? Ковш Большой Медведицы. А еще нам учительница Светлана Владимировна задала выучить облака. Кучевые, слоистые и перистые. Угу. Так. Потом. Вот это вот даже я немножко задумалась. Хотя я вот на уроках-то мы камушки нам давали щупать. Это я помню, когда мы учились еще в школе. Сейчас, Васюш. В общем, нужно... На следующей там странице вырезать вот такие вот картинки. Вот они. Картинки камушков. Они не подписаны. И правильно их вклеить. Здесь вот уже подписаны. Нужно выбрать какой куда. Вот. Ну понятно, что вот это известняк. То есть мел он и есть мел. А вот здесь вот нужно задуматься. Им рассказывали составить этих камней гранит и кремень. Из чего гранит состоит? Что это за порода? Он состоит из морских раковин животных. Гранит? А кремень что такое? Кремень это твердый камень. Твердый камень. Вот мы учили по-другому. Мы учили, что гранит это горная порода. Не знаю, надо погуглить. Как хорошо, что есть интернет. Сейчас, пока мы обедаем, пойдем погуглим. В общем, нужно будет правильно вклеить. Так, потом еще задание есть. Подожди, Васюшенька. Вот здесь вот у нас стебелек
И к нему вырезаются вот такие вот мелкие детальки. Так, сейчас вот они. Совсем мелкие. Тут корешок, листики. Я еще до конца не вырезала им. Вот. Представляете, мама сама вырезает. Конечно, деткам нужно это все делать. Но им хочется сделать аккуратно. А такие мелкие детали им вырезать очень сложно. Хотя, в принципе, можно, наверное, и просто вокруг беленьким вырезать. В общем, посмотрим. Я попробую Василисе доверить. И Снежана. Вот, может быть, пару листиков вырежет. У Егора не получится. У него очень плохая моторика рук. Мы хоть и занимаемся, но, конечно, он отстает. Он очень сильно отстает. Что, Васюшенька? А еще нам задали задание сделать какую-нибудь поделку из камешков и принести в класс. Или наклеить фотографию. Или принести в класс фотографию. Любую. Угу. Например, поляны или другую какую-нибудь. Что-то у меня, Вася, темно, я тебя снимаю. Вообще темно. Весь свет ушел. Так, у нас еще одно задание. Вот здесь вот. Семена. В общем, к каждому плоду нужно приклеить вниз семена, которые дает этот плод. Мак. Ну, тут, конечно, не сложно. Вот. Мак. То же самое вырезается все. Горошинки, да? Арбузные семечки и семечки от яблока. Ну, методом исключения они, в принципе, как бы мак могут исключить. Потому что мак они видят только на булках. А вот вживую, чтобы посмотреть и раскрошить его, такого у нас еще не было. Потому что сейчас, сами знаете, какие времена идут. И если кто-то какие-то сажают мак, то очень редко. Чтобы показать детям вот растущий мак, у нас сейчас сложно. Вот. Арбузы, понятно, они это все видели, зернышки рассматривали. Горох мы тоже знаем, да, Васюш? Яблочки, понятно, практически ежедневная еда, зернышки. В общем, вот. Вот мак. Если, конечно, вот на следующий год получится, у соседей вот рос декоративный, он такой крупный, то я им покажу тоже. А так вот мы рассматриваем разные деревья, листики. Да, Василис, сегодня вы что с листиками делали? Иди встань вот сюда, может тут посветлее будет. Расскажи-ка нам, что мы сегодня делали. Мы наносили на листики краску, и мы наносили густые ее. Воды почти не было. И мы прикладывали к альбомному листу, и получался отпечаток листочка. Красиво было? Да. Интересно, понравилось? Ладно, все, давай, я тебя не буду задерживать, пойди кушай. Дети у нас развлекаются. Ну что, какой вам включить? Синий! Нравится такой? У нас есть умный светильник такой, разными режимами. Жалко, что телефон не передает. Он очень красиво блестит. Сейчас попробую поближе снять. Ага, нет, немножко передает, чуть-чуть. Оп, засветил, Миш. Звездное небо. Синий. Красота? Миша, включи фиолетовый. А вот этот разноцветный. Красный, красный, красный. Всем привет. Мне нравится красный. Нет. Ночные съемки.